Прибор Emerald Shine от компании Smedica предназначен для индивидуального использования с целью мытья и массажа головы. Прибор очищает поры головы от излишков секрета сальных желез гораздо лучше, чем при мытье руками. Тем самым укрепляет волосы и придает им пышность и густоту. Уникальность данного прибора, в отличие от аналогичных приборов на рынке, заключается в том, что его корпус полностью герметичен благодаря наличию герметичной мембраны. Благодаря герметичности прибора его можно использовать не только в душе, но и в ванне. Его можно полностью опустить в воду, и он будет там прекрасно работать. Сейчас я вам это продемонстрирую. При очищении прибора от волос будьте аккуратны, не используйте острые предметы, чтобы не повредить поверхность мембраны и, соответственно, не нарушить герметичные свойства прибора. В комплекте с прибором идут две насадки. Насадка для массажа головы и насадка с такими более тонкими пальчиками для мытья головы. Сейчас я покажу, как правильно устанавливать насадку на прибор. Насадку необходимо согнуть и надеть петелькой на крючок. Далее закрепить сверху и снизу. Прибор готов к работе. У прибора есть две скорости работы. Низкая скорость для массажа головы, чтобы не было чрезмерной стимуляции мышц головы. И высокая скорость для мытья. Вот это низкая скорость и высокая скорость. К массажу головы следует прибегать как можно чаще. Процедуру лучше проводить по массажным линиям от лба к затылку и от висков к затылку. Прибор изготовлен из особого пластика, который устойчив к химическим веществам, входящим в состав шампуней. Прибор работает от никель-металлгидридной батареи. В комплект входит удобное зарядное устройство. Имитируя движение пальцев массажиста, устройство стимулирует кровообращение кожи головы, усиливает воздействие косметических и лечебных средств для волос, а также снабжает кожу головы и волосы питательными веществами и кислородом.